Так, доброго времени суток, но вот проблема с зарядкой. Подключаю в розетку. Ждем, смотрим. Запуск происходит, и почему-то во втором слоте сразу ошибка. Иногда он пишет, что установлен аккумулятор, и он полный. Какой установлен аккумулятор, непонятно. Вот сейчас самая распространенная ситуация, то, что он ошибку показывает. Загружаю аккумуляторы. Одной рукой неудобно. Все, все слоты приняли, но второй так и показывает ошибочку. Я его сейчас выключу. Вот отключил. Но он там что-то видит почему-то. Убираю все. Ошибка так и остается. Слот чистый. Здесь ничего нет в нем. Ничего не установлено. Ошибка висит. Отключу с розетки. Отключилось. Еще раз запускаю. Все, опять ошибка на втором слоте. Вот такая проблема.